Я говорю, начали. Есть там рэк? Да. Начали. Ничего, кроме мозга, у нас нету. Весь мир, который вы воспринимаете, это результат работы мозга. Другие люди, с которыми вы взаимодействуете, это результат работы мозга. Вы сами результат работы вашего мозга. Не знать, как работает мозг, это большая ошибка. Курс о том, какие мы на самом деле, как мы в действительности устроены, и об иллюзиях, в которых мы живем из-за того, что мы устроены специфическим образом. А также о том, как преодолеть вот этот разрыв между тем, что мы из себя представляем на самом деле, и тем, что нам просто про себя кажется, потому что нас этому так научили. Этот курс о нас с вами. А еще он о том, как найти в реальности те вещи, которые могут дать нам чувство удовлетворения. Удовлетворение тем образом и качеством жизни, которое у нас есть. Я пытался сделать его таким, чтобы его понял я только 3 с лишним года назад. Если вы читали «Красную таблетку», то вы имеете тот же опыт, что и я. Я прочитал ее, но я не все оттуда понял, а еще меньше я смог применить. Я начну с небольшого секрета. Дело в том, что введение книжкам, книжек я написал много, не только «Красную таблетку», они пишутся после того, как книга уже закончена. И сейчас мы представляем курс, онлайн-курс «Красная таблетка», и он уже закончен. Мы его для себя уже сделали, завершили. И здесь я хочу просто представить тех людей, благодаря которым этот курс состоялся, которые понудили меня к его созданию, к участию в его создании, создавали они его сами. Это Саша Федоров, мой личный помощник. Саша был еще участником первого методологического кружка, вот, из которого потом и выросла Академия Смысла. Вот. Света к нам присоединилась чуть позже, но уже очень тоже давно отучилась, соответственно, на всех ступенях Академии Смысла и много с нами работала в рамках уже образовательных проектов, которые реализует Высшая школа методологии. Я их очень люблю, я ими очень горжусь. Они не являются соведущими, это люди, которые смогли спроектировать этот курс. Для меня это было просто задача создать технический инструментарий. Но он ожил только благодаря тому, что Саша со Светой полностью себя этому посвятили, на протяжении нескольких месяцев работали над очень сложным и, я надеюсь, интересным для зрителей курсе. Самое крутое в курсе, что в нем, кроме моего бесконечного монолога, который вы слышите в лекциях на Ютубе или в моем Инстаграме, в нем есть другие люди, другой взгляд, другой подход, более объемное видение. И я думаю, что упражнения, которые, собственно, позволяют, не выходя, что называется, из своего дома, города и своей жизни, сделать эту жизнь богаче и лучше. Курс состоит из 2 тяжелых баз. Теоретической части, наполненной экспериментами, научными данными, и практической. Практическая будет дополняться упражнениями, которые нужно будет выполнять непосредственно на занятии. И также домашней работой будут даваться упражнения на дом. На протяжении всего курса вас будет сопровождать куратор. Человек максимально погруженный в материал. В практической части очень много личного опыта нашего с Сашей о том, как мы учились в академии, как мы находили эти штуки в своей жизни. Безусловно, много опыта студентов, с кем мы вместе учились и кому потом тоже помогали проходить красную таблетку. Курс наполнен практической информацией, и в этом его основная ценность. Каждое занятие посвящено какой-то теме. Ну, условно говоря, первое занятие – взаимодействие мозга и сознания. Ваша задача – не просто прослушать это занятие и не просто выполнить это упражнение. Ваша задача – найти связь между тем, про что мы рассказываем, и своей собственной жизнью. Потому что это в вашей жизни возникают проблемы, неудачи, тревоги, беспокойства, связанные с тем, что вы не понимаете, как функционирует между собой мозг и сознание. Поэтому, если вы узнаете и попытаетесь как можно плотнее к себе эту информацию применить,
сопрячь со своим опытом, то вот это будет самое лучшее, что вы можете сделать. Онлайн-курс не может заменить академию. Смысл онлайн-курса – прояснение тех вещей, которые в книге написаны, но которые сложно схватить, потому что для того, чтобы это схватить, нужен специальный опыт. И я надеюсь, что в рамках вот занятий, которые проходят на онлайн-курсе, и в рамках тех упражнений, которые желающие могут делать в рамках курса, они получат тот опыт, который позволит, может быть, где-то абстрактные, где-то, может быть, сложные для понимания темы красной таблетки, сделать частью их жизни, и у них возникнет понимание. Академия смысла занято мышлением, формированием навыков мышления. И это может происходить только офлайн. Курс представляет собой целостную систему. Очень много информации, качественной, дорогой, такой ценной, есть на просторах Ютуба, но она разрозненная. Она в лекциях представлена, ее не собрать. Именно в курсе получилось собрать всю информацию, с разных сторон ее рассмотреть, дополнить теоретическими экспериментами, научными данными, дополнить личным опытом, практическими навыками и сделать это в такой форме, создать для мозга такие обстоятельства, в которых ему уже некуда будет деться. Можно не знать, но если вы не будете знать, вы будете все время спотыкаться об одни и те же грабли. Ну вот, вот хороший, например, вопрос. Вот зачем знать разницу между тем, как устроены мужчины и как устроены женщины? Ну, если вы этого не знаете, то у вас явно будут большие проблемы во взаимодействии с противоположным полом. Вся ваша жизнь – это продукт деятельности вашего мозга. Не знаете, как он устроен, как он функционирует, не понимаете, что вам делать в своей жизни, и, конечно, получаете не очень хорошие результаты. Поэтому лучше знать. Важность других людей. Половой инстинкт. Взаимодействие мозга и сознания. Либет, но я не люблю его. Стэнфордский эксперимент Филиппа Зимбарда. Мне нравится Стэнфордский эксперимент Филиппа Зимбарда. Я считаю, что это самая прикольная штука. Особенно интересно, как спустя годы люди меняют свои показания свидетельские, говорят, да вообще мы просто тренировались, играли, ничего там такого, не вживались мы ни в какие роли. Очень смешно, мне кажется, подтверждает еще раз суть этого эксперимента. Учиться, учиться и учиться. Использовать полученные знания и менять свою жизнь к лучшему. Делайте, что хотите. А дальше, может быть, чуть-чуть поумнеете. А дальше смотрите, куда вас приведет ваш мозг. Дальше, я надеюсь, мы сделаем еще что-нибудь клевое, а вы в этом тоже поучаствуете.